Всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Сапрунов. Я сотрудник Базальта, саратовский офис. Сегодня я расскажу вам о утилите диагностики системы Alt Diagnostic Tool, для краткости ADT. Мой доклад является логическим продолжением докладов моих коллег Евгения и Ивана. Ну, ADT — это утилита для запуска тестов, точнее инструментов с тестами, реализующих интерфейс DIAC1 в графике и с помощью командной строки. Для чего создавался ADT? Ну, самая такая очевидная цель — это простой инструмент для запуска групп различных тестов и сбора, собственно, результатов их работы. В закрытых контурах это особенно удобно, когда, в общем-то, нет доступа к физического. Также пользоваться утилитой может пользователь обычный, да, и отправлять результаты тестирования специалисту, который, в общем-то, будет разбираться с этой проблемой. И в некоторых случаях полезно делать набор тестов для решения типичных проблем, когда не нужно вводить все эти команды подряд в терминале, не нужно писать, в общем-то, какие-то там скрипты, достаточно написать backend файл. Как работает ADT? Ну, мои коллеги уже рассказывали про альтератор менеджер, про его первый модуль, модуль экзекьютор. Фактически ADT использует интерфейс DIAC1 для поиска инструментов, для получения информации об этих инструментах, названий, переводов и тому подобных вещей. И через этот же интерфейс умеет их запускать. В принципе, здесь вот как раз первая реализация вот той концепции с альтератором и его модулем экзекьютор. Коротко расскажу о том, как создать свой инструмент с наборами тестов. Первое, нужен ваш скрипт. Вот то поле execute, которое было в backend файле, это как раз вот в простейшем случае bash скрипт. Дальше необходимо создать конфигурационный файл, который будет вычитан экзекьютором, и создаст объект с интерфейсом альтератор 1 на DBase. Далее создаем десктоп-файл с текстом и переводами. Какие требования к инструменту тестирования? Фактически это требования интерфейса DIAC1. Значит, инструмент должен уметь возвращать название теста в виде строк, запускайте отдельный тест, если ему передать в качестве параметра название теста, полученного в пункте 1. В случае, если тест не выявит ошибок, код возврата должен быть нулю, иначе он не должен быть равен нулю. И также результаты теста должны быть выведены либо в стандартный поток вывода, либо в стандартный поток ошибок. Требования к backend-файлу уже Иван озвучил. В принципе, это стандартный backend-файл. Я покажу пример backend-файла одного из наших инструментов Domain Diag, который производит диагностику проблем в домене. В принципе, та же самая секция менеджер. Здесь ничего нового я вам не расскажу. Обработкой этого backend файла занимается модуль Executor. Единственное, что на чем акцентирую внимание, интерфейс name DIAC1. Дальше идут методы, которые реализуют backend, точнее инструмент. Ну, здесь все достаточно просто. Метод info возвращает десктоп файлик. Метод run запускает конкретный тест. Здесь мы видим, что bash скрипт domain diag вызывается с именем того теста. И секция list — это обозначает метод, который, в общем-то, возвращает список тестов, которые умеет domain diag. Десктоп-файл является, собственно, описанием на разных языках, то, что умеет данный инструмент. Здесь вот простой пример. Часть десктоп-файла для инструмента domain diag. Desktop Entry описывает название инструмента, его описание на разных языках, иконка и описание отдельного теста из этого набора. Также здесь имя и описание на разных языках. Ну и еще раз коротко о тех задачах, которые можно решать с помощью ADT. Здесь, в общем-то, ничего особенного нет. Ну, наверное, скажу, что мы планируем использовать этот инструмент для диагностики проблем функционирования доменов. Для этого был создан Domain Diag. Вот, собственно, вопросы. Краткая сестра таланта, но теперь вопросы. Леша, а вы собираетесь таскать такую секцию инфокопипастом по всем модулям? Такую секцию инфо, возможно, да. Аплодисменты. На самом деле, насчет того, как минимизировать вот эти издержки, ну, как бы можно писать модули, которые будут возвращать чуть большие вещи. Вообще, это же возможности модуля у экзекьютора, оно простое. Для меня, как бы, скорее вопрос такой.
катом выводить десктоп-файлики вместо того, чтобы выдавать их каким-то специальным интерфейсом, это вопрос там, прототипирования, которое одновременно может быть и заменено новым модулем, совершенно не меняя интерфейса. То есть, если сейчас мы выдаем катом файлик, то новый модуль может абсолютно тот же интерфейс поддержав, выдавать его иначе. То есть вообще сам вопрос о том, а почему вы не сделали все сложнее, ну, на самом деле сводится к тому, что… Так вы сделали все сложнее. А? Нет, нет. Мы сделали проще. На самом деле для админа любого, который этим может пользоваться для создания своих средств диагностики, вот такой подход намного проще. И как бы я не очень понимаю, зачем-то встраивать язык, зачем-то встраивать Python, зачем-то встраивать какой-то другой как бы исполняемый кусочек. Нет. Мы еще будем обсуждать. Это же история интересная, она же будет продолжение иметь. Я просто смотри к чему, что вот я здесь опять же вижу такие криво-косые паттерны программирования, ну, в принципе, даже не программирования, дизайна, да, которые неизбежно приведут к уродищу вроде как пита. Потому что если вы вот на этой ранней стадии, во-первых, берете имя существующего продукта, да, и завязываетесь об него на шине, и т.д. и т.п. Ты мне год назад говорил, что имя альтератора уже будет трудно менять. И сейчас говорю, трудно, что ранняя стадия прототипирования. Я еще по-другому это Ладно, говорил. Значит, я смотри о чем. Что если у вас для связки с десктоп-файликом обязательно применяется явный вид, это примерно то же, за что во многом справедливо ругали те же init-скрипты, что это куча бойлерплейта. То есть это куча кода, который кочует по всем вот этим вот там скриптам, там портянки и вот это все. И обычно такое решается тем, что договариваются. Если у тебя есть имя модуля, да, то вот по такому префиксу с этим именем мы ищем десктоп-файлик, например, так. И у тебя отпадает вот это вот копипаста просто в принципе. У тебя так получается или нет? Вот у тебя есть, например, имя diag1, да? И ты вместо такой секции info, которая у тебя начинает кочевать везде копипастом, договариваешься, то есть прописываешь это где-то в, ну, не знаю, в примерах, в документации, да? Что если у тебя имя на шине diag1, да, то мы идем в user шарит тра-ля-ля вот по такому-то префиксу и ищем для него там diag1.desk. Вот такая мысль вам в голову не приходила? Миша, можно я вопрос задам? Прости, что я тебя перебиваю. У меня вопрос. Через консольные утилиты пробовали вот этот домен diag запускать через всю структуру, в общем-то, то, что раньше там в альтераторе первом там нулевом делался через альтератор cmdline, вот именно эту диагностику запускать в консоли, чтобы там отгребать результаты и так далее? В консоли она работает так же, как и в графике, там есть ключи, по которым ее можно запускать. Нет, я имею в виду не сам домен diag, непосредственно скрипт выполнять. Я знаю, что он возвращает, правда, с контрольными символами, но это ладно. А вот именно через эту связку. То есть, может быть, этот вопрос был к тому заказчику, который изначально архитектуру сделали, потому что я скажу следующее. В альтераторе изначально была разумная концепция, кроме вот этих графических и веб-интерфейсов, было бы использовать администратором непосредственно в командной строке через альтератор cmdline, название модуля и возможные параметры. И бэкэнды возвращали бы в определенном формате свой ответ. Но это не зашло, собственно, потому что не было интроспекции, очень тяжело было понимать, что конкретный модуль делает, и это затихло. И вот у меня вопрос в альтератор 2.0. Запускали ли вы в командной строке, собственно, вот эти ваши модули альтератора через дебаз там, и так далее? Значит, поясню. Во-первых, да, запускали. Во-вторых, вот текущая реализация, которая сейчас в ADT, она это же прям не домен diag запуская, а пропуская через весь стек, запускает его и в консольном режиме. По-моему, вот как бы для консольного варианта использования модулей надо реализовать альтератор KTL, который бы позволял любые модули запускать с любыми параметрами. И это просто как бы вопрос вот текущего плана на там, и отладку, и на возможность запуска модулей с консоли. Конечно же, мы как бы смотрим именно на такой подход. Спасибо. Так, есть ли еще время на вопросы или вопросы? Ага. Антон, Базальт СПО. А предполагается ли какое-то разделение по привилегиям среди разных тестов? То есть я не увидел политик полкитовских в этих инифайлах каких-либо. Ну, альтератор-менеджер может работать в пользовательском режиме, в режиме рута. Соответственно, эта возможность теоретически есть. Нет, подождите. Я так понял, что привязка к полкиту не зафиксирована. Во-первых, наверное, вот коллега предыдущий, Иван, про полкитовскую часть, он только кратко упомянул. Для каждого из интерфейсов и методов генерируется action ID соответствующий. И, соответственно, с помощью полкита можно управлять контролем доступа к любому методу, добавляя соответствующий rule, это уже встроенный функционал. Ну, я понял. А шаблон или сама политика, она на уровне модуля в
формируется? Или она может быть для каждого ини-файла, или как это назвать, подмодуля отдельный быть? То есть вот в данном случае конкретно ADT, какие нужны мне привилегии, чтобы запустить тест? По умолчанию для просмотра списка всего можно запускать из-под пользователя. Правилами полкита это тоже можно запретить. И вообще управление идет на девайсе с помощью контроля за методами каждой в отдельности. И в данном случае можно весь интерфейс, как бы всем интерфейсом управлять. То есть вот если можно сделать какие варианты? Либо только root, либо пользователь с паролем собственным должен запустить, либо с паролем рута, либо без пароля. Каждый метод можно зафиксировать, какой у него доступ есть. Да, я понял. Просто я не увидел в этом ини-файле или еще какой-то дополнительный есть конфигурационный файл, который определяет политику для каждого из методов. Или как? Это стандартные настройки самого полкита. У полкита есть понятие rules. Они не зависят, не связаны. Вот когда там, не знаю, ставится UDisk 2 или Network Manager, правила полкитовские, если с ним идут или в отдельных, они доустанавливаются, они внутри самого Network Manager или UDisk 2 как бы просто запрашиваются к полкиту вопрос, можно или нельзя, как он там это реализует, это уже настройки админа, и они, собственно, в настройках ITSA могут лежать. Да, я понял. Нет, ну я пробую по-другому-то сказать. То есть я могу сделать тесты доступные для запуска пользователю и недоступные для запуска пользователю. Вот так. Да, ну то есть отдельные тесты я могу запускать, введя пароль свой пользователя, а некоторые тесты могу запускать только под рутом. Ну, такой же может быть, ну, теоретически. Насколько я понимаю, в данном случае вопрос был такой, можно ли в принципе запускать тесты, потому что это один и тот же интерфейс. Делать это на разных интерфейсах можно предусмотреть, чтобы контролировать доступ. Вообще такая задача не ставилась, чтобы можно было одни тесты запускать, а другие нет. Но это интересная как бы задумка, вопрос понятен. Да, то есть получается полкит, именно правило, политика, она одна для всего модуля, да, экзекьютор? Не для экзекьютора, для интерфейса, для DIAC1 и для методов внутри DIAC1. А, то есть еще какой-то конфигурационный файл для именно вот этого интерфейса, да? Да, для интерфейса может быть отдельный конфигурационный файл, который будет указывать, какие методы для кого возможны, а кому нет. Спасибо, понятно. Приятно видеть двух людей на одной волне. Наверное, они вот к чему-то пришли. Еще вопросы? Так, ну у нас тут больше не дискутируем литератора, как его изменить. Переходим к следующим докладам или еще подискутируем? Времени так, много, как обычно. Думаю, да. Давайте переходить к следующему докладу. Следующий доклад Алексей Бережок, как мы интегрировали GNOME Online Account.